Как же летит время, не успели мы и глазом моргнуть, как команда сыграли уже по два матча, и вот впереди третий тур, как правило, этот тур решающий. Действительно, третий матч групповой стадии может в корне изменить ситуацию в турнирной таблице. Интересно посмотреть, какую тактику для этой игры выбрали команды, ну и кто будет играть от себя, кто все-таки сыграет от соперника и на результат. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. На экране состав команд. Тренер выпустил всего одного нападающего. А грубо во двор играет. Он желтая будет. Только-только матч начался, и уже один из главных героев известен. Это арбитр, который сегодня спуску никому не даст по ходу. Да, и вот этот игрок совершенно не нужно посадил себя на карточку в самом начале матча. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. В штрафную мяч подает он. Сейф, но атака продолжается. Ушел мяч, аут. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Плохо сыграно, мяч потерян. Чжоу Вэй Хуэй. Ло Синь. Терпеливо ждут они своего шанса. Подавай! Мяч уходит на угловую. Кто знает, сколько моментов у них сегодня будет. Нужно постараться использовать хотя бы этот угловой. Болельщики это прекрасно понимают. И прямо в центр. Ну, решай же! Отличный момент. И выносится мяч из штрафной. Защита первая на мяче, вынос. Есть время и пространство для навеса. Навес в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Заброс вперед. Вот это пас прекрасный. Какой удар! Все на изготовку. К угловому готовься. Самое скопление игроков угловой под.
Людзянь. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Голкипер забирает мяч. Жоу Вэхуэй. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Свисток арбитра угловой. Максимальный напор сейчас со всех сторон на соперника. Болельщики здорово поддерживают свою команду. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И пробил! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. На фланге мяч перехвачен. Тут его накрывают. Мяч в воздухе после такого выноса. Есть удар! Потащил один удар, но может быть и второй. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Есть гол! Счет открыт! Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Посмотрите, какой кросс. Предельно точный, зрячий, выложил как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи. Весь мир об этом знает. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ставит корпус, не расстается с мячом. Ван Ган. Терпеливо ждут они своего шанса. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Навес в центр штрафной. Как вариант продолжения напрашивается навес. И мяч у вратаря. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? И арбитр показывает желтую карточку. И бьет! Судья показывает, что будет угловой. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепен. Вот такой прямолинейный дальний удар. В следующий раз нужно что-то более интересное придумать. Центр штрафной, мяч направлен. И выносится мяч из штрафной. А партнеры не сумели его подстраховать. Мяч остался у атакующей команды. Семель Жиго. Количеством они будут брать в обороне. Сложно пройти к воротам сопернику. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? В перекладину мяч попадает. Самый простой и надежный способ в такой ситуации – просто-напросто выбить мяч, и все. Угловой удар назначает судья.
И прямо в центр штрафной мяч летит. Защита первая на мяче, вынос. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Сумель Жиго. Жорди Амат. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тут его прижимают, не дают пространства. Подача на дальнюю. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Посмотри, как момент поймал. Идеально выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь бессилен. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитник. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Мяч потерян. Все верно. Края надо чаще задействовать. Есть поддержка здесь. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Восхитительный удар головой. Гол! Прекрасный гол. Разобрался в эпизоде. Занял позицию. Пробил. Все просто. Потрясающий удар головой. Великолепный гол. Великолепный гол, прекрасно сыграно. Очень здорово сыграно, увидел партнера, моментально выложил передачу и все, плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает, и думаю, что это точно не последний. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Людзянь. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Все просто. Вынос. Мяч на фланге. И тут есть свободное пространство. К ближней штанге навес. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Когда бьются такой диск, не точно, да. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Людзянь. Ванган. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Удивительный удар, удивительно неточный. И это при том, что ему никто не мешал. Да, вышел один на один, решил пробить на силу. То ли силу не рассчитал, то ли ударить нормально не получилось. В общем, не реализовал железобетонный момент.
И подача туда, в сторону ворот. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Вряд ли можно в данный ситуации. Удар, удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Жорди Амат. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Есть время и пространство для навеса. Навес в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Чжоу Вэйхуэй. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Разгадали замысел соперника. Они 3-0 так было в первом тайме в знаменитом стамбульском финале в 2005 году. Вспомнит ли об этом проигрывающая команда? Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Терпеливо ждут они своего шанса. Ждем подачу от углового флага. А вот у него сегодня все получается. Здорово он сегодня смотрится в атаке. И моменты ищет, и гол уже забил. Ну и вот график его ударов нам показывает достаточно красноречивый. В центр штрафной мяч направлен. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как же здорово он играет в пас. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Он накручивает соперников одного за другим. И пробил. Сейв, но атака продолжается. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Потрясающая игра вратаря в прошлом эпизоде. Как же здорово он сыграл. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Можно подать. Следует прострел. Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. И мяч в воздухе после такого выноса. Такими действиями игру не обострить. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Не остановил игру арбитр, и подавать нужно. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Лю Цзянь. Проходит эта передача. Может быть опасно. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Момент реализован.
Ну что ж, вдвоем против одного вратаря в такой ситуации спасти ворота практически невозможно. Да, хочешь бей, хочешь отдавай пас, так или иначе мяч все равно окажется в сетке. Хорошее настроение у тренера, у его команды сегодня все получается. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Ло Синь. Такие передачи придают атакам остроты. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Слишком сильно. Мяч у вратаря будет. Тридцать минут играть осталось. Ло Синь. Ван Ган. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Атака продолжится через фланг. И подает в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Без грубой вратарской. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Оба тренера одновременно решают провести перестановку на поле. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Может получиться интересная атака. Подача. Чей мяч будет? Защита первая на мяче. Вынос. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Навес тут должен последовать. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И пробил! Вот это удар! Ударище, я бы сказал! Редкой красоты. Да, и, наверное, к вратарю здесь минимум претензий. Исполнено было здорово. Судья фиксирует взятие ворот. Матч продолжится из центрального круга. Знаешь, показалось, что там был рикошет. По крайней мере, на первый взгляд. Показалось, что мяч после удара все-таки изменил направление. Одна команда сегодня на поле. Лю Цзянь. Нет, не дошел этот пас до адреса. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И удар! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Удар! Вот это да! Какой удар! Супер! Супер, 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 супер! Супер момент и супер гол! Успокойся. Удар выдался на загляденье, и голкипер ничего не смог поделать. Замечательный дальний удар! Непонятно только, почему никто из защитников ему не помешал. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко.
Как и ожидалось, особых проблем сегодня хозяева не испытали. Да, очень комфортная, я бы даже сказал, уютная игра для хозяев поля. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивается. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Денис Глушаков. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Потрясающая поддержка трибун. Молодцы болельщики, так и надо болеть за свою команду. Время на исходе. Игроки выложились на поле и сделали результат. Болельщики, конечно же, в долгу не останутся. Будут продолжать петь и кричать. Фантастика! Гол со второго этажа. Хороший удар головой получился и прекрасный гол. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Со второго этажа приходится этот гол, и, надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Тренер счастлив. Его план на игру работает, команда выигрывает крупно. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Есть! В штрафную адресата и навес нужен. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Прекрасный гол! Это замечательная командная комбинация завершается отличным кроссом. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Посмотри, как момент поймал. Идеально выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно удалось реализовать классно. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Не удел оставили обороняющегося игрока здесь. Не вынес сразу мяч защитник, опасно может быть. До нападающих мяч не дошел, выносит классный пас, можно двигаться дальше. Потащил один удар, но, может быть, и второй. Это аут. Денис Глушаков. И бьет! Когда бьются так, мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Ванган. И есть поддержка у этой атаки. И подавать с угла будет игрок.
центр штрафной, подан мяч с углового. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Можно навес сделать здесь. Нельзя давать мяч и обрабатывать в штрафной. И опять удар мимо ворот. Да дайте уже вратарю-то мяч потрогать. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Мяч у соперника. Ван Ган. Послушайте, ну добавил бы лучше 45. Мяч перешел к другой команде. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отлично сыграно, может быть опасно. Штрафную подачу есть там кому сыграть. И покидает мяч штрафную. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Игра остановлена штрафной. Глушаков. Удар! И на месте голкипер. Хорошая игра на перехвате. И вот... Ждем подачу от углового флага. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. Хорошо играет вратарь, хоть дистанция и большая, но все равно молодец, что справился. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. В центр штрафной мяч направлен. Теряет атака мяч, в штрафной вынос. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Выручает. Выше ворот уходит мяч, все благодаря голкиперу. Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле пропало. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и походили. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось там. Ну, что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.